Четки — это элементы, на которые человек читает определенные мантры. Но всегда стоит помнить, что четки могут быть сделаны из разного материала. И для некоторых четок, для некоторых материалов, если человек использует определенные материалы, то подключается к элементам, которые я называю помощь неорганического или минерального мира. Какие я хочу вам сегодня показать? Ну, на первое место это сердолик. Вы не хотите работать на дядю, вы хотите управлять миром, вы хотите, чтобы вам подчинялись, вы хотите, чтобы вас любили, вы хотите, вот очень много всего в жизни хотите. Хотите, чтобы у вас были достижения королевские, чтобы деньги водились, чтобы вам подчиняли, чтобы силы были энергетические, чтобы любые силы были. Сердолик – это камень власти. И очень большая редкость найти из сердолика четки. Но они настолько приятны.